Это программа «Родной образ». Здравствуйте. И мы ее ведущие Светлана Азатова. И протоиерей Василий Петров. Что такое календарь? Зачем он нужен нам? Только ли для того, чтобы не забыть, какой день недели и какое число? Конечно же, нет. Ученые утверждают, что нельзя даже точно сказать, кому именно из народов принадлежит первый календарь. А если говорить о том, откуда появилось число 7 в неделе, то тут нужно вспомнить времена библейские. Основа семидневного недельного цикла заложена Библией, точнее, повествованием о 6 днях творения и 7-м дне, в который почил Господь от трудов своих. Батюшка, а каким календарем пользуется наша православная церковь? Христианство не стало изобретать велосипед и воспользовалось тем календарем, который уже существовал на момент рождения церкви. Это юлианский календарь, разработанный александрийскими астрономами и введенный Юлием Цезарем в 45 году до Рождества Христова. А почему же наше Рождество, например, не совпадает с католическим Рождеством, тем, да, что справляют на Западе? Потому что мы пользуемся юлианским календарем, а большинство христианской церкви Запада, я подчеркиваю, большинство, не все, используют григорианский календарь. А отец Василий, а что же это такое за календарь? Это в своей основе тот же самый юлианский календарь, исправленный при папе Григории XIII и введенный в Европе в 1582 году. Он более точный? Да, он действительно более точно отражает астрономическое время. Сейчас разница между юлианским календарем и григорианским составляет 13 суток. О том, какие интересные даты выпадают на предстоящую неделю, мы узнаем из нашей рубрики «Календарь». Мы привыкли думать, что именно апостолы, ученики Христа, первыми пошли во все концы земли, неся всем проповедь о воскресшем Спасителе. Но справедливости ради надо заметить, что первой была женщина с любящим и бесстрашным сердцем, Мария из Магдалы. Это она еще затемно, не боясь стражников и злых людей, поспешила к гробнице Иисуса, чтобы оплакать Его, но нашла гроб пустым. Это ей первой явился воскресший Господь. Это она, наравне с апостолами, покинула родной край и со своей проповедью обошла всю Италию. Это она явилась императору Тиберию и принесла ему яйцо, как символ воскресшего Спасителя. Память Марии Магдалины 4 августа. А 5-го – день чествования Почаевской иконы Божьей Матери. Эта икона принадлежит к числу наиболее чтимых святынь Русской Церкви. Она известна всему славянскому миру. Ее чтут и в России, в Боснии, Сербии, Болгарии и других местах. В Почаевской лавре, древнем оплоте православия, чудотворная икона пребывает уже около 400 лет. 6 августа – память первых русских святых Бориса и Глеба, младших сыновей равноапостольного князя Владимира, крестившего Русь. Их вера была настолько горяча, что они захотели скорее погибнуть, чем поднять руку на своего брата святополка Окаянного. И самое удивительное, что их подвиг не был расценен как непонятное чудачество, а наоборот, сразу же по достоинству оценен русским народом. Они стали очень любимыми и почитаемыми святыми, что говорит о том, что Россия сразу, глубоко и правильно поняла и приняла учение Христа, благоговейно неся его в своих сердцах. 9 августа мы будем вспоминать святого великомученика и безвозмездного целителя Пантелеимона. Всю свою жизнь он посвятил страждущим и болящим, причем не ожидая, когда они придут к нему за помощью, а идя за ними сам на улице и в темнице. И 10 августа – день Смоленской иконы Богородицы под названием Одигитрия, то есть Путеводительница. По преданию, написана она была святым евангелистом Лукой
еще при жизни Божьей Матери. В Смоленск она попала из Греции вместе с дочерью греческого императора Мономаха и с тех пор получила название Адигитрия Смоленская – защитница и заступница земли русской. Отец Василий, вот сегодня мы вспоминали в календаре святую Марию Магдалину, которая обошла всю Италию, пришла к императору Тиверию, принесла ему яйцо, которое покраснело. А Тиверий, кстати, отличался крайней жестокостью. И теперь вот эту традицию красить на святой праздник яйца, на Пасху, да. На Пасху, мы связываем ее вот с этим чудом. А вот на ваш взгляд, вообще нам сегодня, современным людям, вот чудеса нужны верующим людям? Прежде чем ответить на ваш вопрос, я бы хотел сказать, что как раз мощи, частичка мощей святой Марии Магдалины находится на Афоне, в одном из афонских монастырей, в монастыре Симона Петра. Там находится десница Марии Магдалины. И вот я сам был свидетелем этого чуда, что когда прикладываешься к мощам святой Марии Магдалины, то чувствуешь, что они теплые. Десница Марии постоянно поддерживает температуру 36 градусов. Удивительно. Как у живого человека. Да. Ну, а теперь о чудесах. Апостол Павел ясно говорит, что чудеса не для верующих, а для неверующих. Чтобы как раз они-то и уверовали. Да, поверили в Бога и спаслись. Вот чтобы даже такой жестокий язычник, как римский император, пришел к вере. Для этого и чудо. А вот если мы считаем себя верующими людьми, мы должны отвергать вот понятие чуда? Не отвергать, но и не принимать сразу. Вот у святых отцов такая позиция. А присмотреться к их плодам, к плодам чудес. Как то или иное явление чудесное проявляет себя в жизни. А бывают какие-то вот нехорошие плоды, можно так да, сказать? Да, бывают разные, бывают и нехорошие плоды. И Спаситель сказал в Евангелии, что дерево познается по плодам. То есть так можно узнать, от Бога это явление или нет. Я вот читала, что Антихрист будет великим чудотворцем. Да, книга Откровения Иоанна Богослова, кстати, это последняя книга в Библии, говорит о том, что действительно Антихрист сотворит много ложных чудес, чтобы склонить людей к вере в него. А настоящие чудеса от Бога бывают? Конечно, бывают, разумеется. Вот мы и говорим о том, как отличить ложное чудо от подлинного. Да, я помню, по плодам. А вот мне кажется, что те чудеса, о которых будем рассказывать в следующем сюжете, подлинные чудеса, уж больно сладкие плоды. Я не могу с вами не согласиться. Мы хотим предложить вашему вниманию фильм, который был снят весной этого года и рассказывает о чудесных явлениях, которые произошли в селе Дугна Ферзиковского района. Это материал Марины Богомоловой, который так и называется «Обыкновенное чудо». Вот с этого высокого склона, если постараться, можно увидеть место впадения речки Дугны в Аку, которая здесь делает крутой поворот. Местные жители склонны связывать происхождение названия своего поселка именно с этой дугой. Но существуют и другие, не в обиду дугничам, версии. Ведь поселок Дугна отделен не только красивейшей природой, но и довольно продолжительной и не то чтобы гладкой историей. Всего в 4 километрах отсюда, через город Любутск, проходила некогда литовская граница. Так что вполне вероятно иноземное наследие в топонимике этого места. Дугна по-литовски означает «дно». Именно на дне образованной природы впадины и находится поселок. Но привел нас в Дугну вовсе не интерес к историческим изысканиям, а события, связанные с днем сегодняшним. Наша история завязалась год назад, когда в июле 2012-го в поселке начал строиться храм. Мы приехали, дождь шел. Я думаю, что, ну, наверное, сейчас вот дождь, сейчас крестный ход, как-то только расстроился, думаю, крестный ход не будет, сильный дождь.
тут за несколько минут до крестного хода, 12 часов, резко дождь прекращается, наступает полнейшая тишина, ветра нет, все прекращается. И соловьи, как запели соловьи, это люди так... Батюшка говорит, гляньте, говорит, соловьи поют. Мы идем, поем «Воскресенье Твое, Христе, спаси». Соловьи нам не то, что вторят, а нас перебивают. А что, вся тварь так воспевала, это удивительное чудо. И вот мы прошли крестным ходом, началась литургия, они литургию все пели, вместе с клиросом подпевали нам. Мы окна все открыли, то есть соловьиное пение было прям всю ночь славления Христа. Литургия закончилась, у нас вот праздничная пасхальная трапеза, и они все равно поют. То есть вот как вот так вот, до самого-самого утра птички не засыпали, вот славили Христа. Вся тварь воспевает Христа воскресшего. То есть такое вот чудо тоже было. Отец Андрей Беловинцев рассказывает о первой Пасхе этого храма. Сейчас уже трудно представить, но всего год назад здесь еще было, правда, пустующее, но тем не менее здание местной администрации. Храм здесь возник совсем недавно, храм очень молодой. Здесь раньше было здание поселкового совета этого поселка Дугны. Ну, 3 года оно пустовало. И вот когда меня сюда назначили, администрация поселка, вот оно как бы передало это здание храму. То есть пожертвовало здание церкви. И как бы изначально здесь планировали создать молитвенный дом. А в будущем построить уже какой-то другой храм, каменный. Ну, когда я сюда прибыл сам, я просто вот подумал, что без литургии строить какую-то духовную жизнь в поселке, это будет просто невозможно. То есть, когда нет Евхаристии, когда нет причастия, когда люди во Христе от одной чаши не едины, то созидать духовную жизнь будет очень-очень тяжело. И, как бы так вот поразмыслив, я решение такое, помолившись, я принял, что нужно здесь не молитвенный дом создавать, не молитвенную комнату, а построить это, внутри, оборудовать маленький храм, хотя бы маленький. Ну, как получилось, видите, да, он получился не такой уж и маленький, он 80 человек здесь свободно помещается, вот, в праздники, то есть на Пасху, вот было у нас 60 человек, то есть комфортно и удобно. И он получился такой маленький, уютный домашний храм, вот, в честь преподобных старцев оптинских. Если бы лет 10 назад отцу Андрею сказали, что он будет священником и строителем храма, не поверил бы, наверное. Ведь тогда он был студентом-отличником Бауманского университета, который окончил с красным дипломом в 2006 году. Правда, начиная с 2001-го, этот студент уже работал ночным сторожем в одном из калужских храмов. А в храме том была собрана богатейшая библиотека. Начав во время дежурств читать эту незнакомую ему тогда литературу, студент понял, в какой степени он был томим духовной жаждой. Таким образом, за 10 лет работы сторожем было перечитано практически все. И когда, уже окончив Бауманский и отслужив в армии, он в 2008 году поступил в Калужскую духовную семинарию, знания, полученные из тех книг, очень пригодились. Как считает сам отец Андрей, именно они позволили ему без особого труда и в семинарии учиться отлично. Правда, после того, как он стал священником, на учебу времени практически не осталось. Кроме того, что он был назначен помощником благочинного по работе с силовыми структурами подразделениями и окормлял Калужское православное молодежное движение, досталась молодому пастырю и судьба храмового строителя, которую он с радостью, благодарностью и какой-то термоядерной энергией принял. Благодатью Святаго Духа, окроплением воды сия священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Уже через полгода здание храма было готово к освящению. 23 февраля 2013-го митрополит Климент осветил крест и купол храма, который в тот же день установили на церковь. А через неделю был освящен и сам храм. В нем началась литургическая жизнь. Не прошло и месяца после освящения, как произошло событие, которое и стало поводом для нашей поездки. В новую церковь пришла чудотворная икона Богородицы, именуемая «Нечаянная радость». Сама захотела прийти. По словам людей, которые нам передали икону «Нечаянная радость» Богородицы в храм, это вот семья Егеря, они, когда приехали сюда, вот в поселок Дугну, поселили их, им выделили дом для проживания вот прямо рядом с этим храмом. Вот остатки этого дома вот видны здесь, сгоревший вот холм, где он находился, приходской дом. И когда они делали там небольшой ремонт, на чердаке этого дома, среди досок заколоченных и мусора, они нашли вот эту вот икону «Нечаянная радость Богородицы». Ну, обрадовавшись сильно, что вот она и будет, как бы это Божье благословение, они подумали, что вот такую икону, икона была очень старинная, вот, и они решили сделать эту икону их домашней иконой. Вот, провисела она у них больше 20 лет,
дома в красном углу. Под этой иконой выросли все их дети, сами они прожили достаточно большую жизнь. И вот когда в Дугне появился первый храм старцев оптинских, в Лазареву субботу этого великого поста, который прошел, было такое вот супруги этого егеря, было явление вот этой иконы и повеление от Божьей Матери, как бы такое вот передать эту икону в храм, что она и сделала. После этого икона начала вот являть уже свои первые чудеса. Прошли мы с ней крестным ходом из Калуги в Дугну пешком, то есть это был крестный ход по местам боев, мы совершали панихиды попавшим воинам в Ферзиковском районе, мы проходили. И первое маленькое чудо, она явила то, что уже мы попали в одном из переходов в лесу на самку с выводком кабанят. Она прям перед нашим, можно сказать, носом в 5 метрах от нас выбежала и решала, что с нами делать. Нападать на нас или отпустить нас живыми. Мы замерли, стояли, молились, просили заступления у Господа Божьей Матери. Потому что считается, что кабаниха с выводком самый опасный зверь, страшнее кабана. Потому что любая мать будет защищать своих детей. Ну вот она постояла секунд 30, подумала, хрюкнула в нашу сторону так, что вы тут как будто ходите по моим местам. И убежала, увела с собой вместе своих кабанят. Икона Богородицы «Нечаянная радость» теперь всегда во время богослужений находится на почетном месте в центре храма. У нее был медно-посеребренный оклад. И благодаря этому окладу, местные его называют рубашкой, то есть они вот как бы вот верующие люди, они как бы вот привыкли на простонародье называть вот ризу или оклады рубашкой вот иконы, рубашкой иконы. И вот такой вот был у нее оклад, так вот он сверху накладывался, вот, то есть сам вот шиплик Богородицы, Спаситель лик, сама надпись, вот, он уже совсем в ветхость пришел, но благодаря этому окладу вот она сохранилась вот в таком вот, хоть и немножечко в виде уже утраченном, да, но вот оклад ее сохранил. Маленькая фигура человека, изображенного на иконе, обращается к Богородице с мольбой: «О госпоже, а мы вкладываем в его уста свои печали». Вот ведь, человек-то этот на иконе, грешник, беззаконник, а мы молимся его устами. Парадокс. Женщина из поселка Октябрьского, которая находится недалеко от Дугны, 24 километра, приезжала в прошлое воскресенье, позапрошлое воскресенье к нам приезжали, на литургию приезжали, и она узнала про эту икону, что вот как она чудесно была явлена, узнала, что вот мы с ней прошли крестным ходом из Калуги в Дугну. У нее были проблемы с жильем, им пообещали жилье только в 2016 году, получит сертификат на жилье, вот, и жить нужно уже сейчас. И вот она приехала, поклонилась к этой иконе, помолилась, попросила помощи у Божьей Матери, и на следующий день, в понедельник, сразу же, придя на работу, ей позвонили и сказали, что приезжайте, вам досрочно выдают сертификат на ваше жилье, на вашу квартиру, приезжайте получать. Там так, на работе все были шокированы, как бы, как так вот можно на 3 года раньше досрочно получить сертификат на квартиру, это чудо. И вот есть, ну, она рассказала, говорит, как это чудо произошло, что она только попросила у Божьей Матери вчера, вот, и рассказала, что это Богородица, вот икона «Нечаянная радость». То есть, а ей сказали, вот, говорит, Людмила, вот тебе, говорит, нечаянная радость от Богородицы. Ты не ждала квартиры? Вот тебе настоящее чудо, нечаянная радость. Вот такие чудеса. Ни грома с небес, ни молний. Хотя, наверное, могло бы быть и так. А просто попросил с верой, потому что не на кого надеяться больше. И тут же получил. Когда будем привозить икону на поклонение, там будет маленькая кручка стоять. Мы будем красивый оклад для Богородицы делать для этой иконы. Красивейшую ризу. Вот. И будем пожертвовать сюда, потому что самим очень трудно, дорого очень стоит, но Богородице такой иконе, конечно, подобает самое величество, красота. Приехав в Дугну, чтобы снять сюжет о чудотворной иконе, мы поняли, что не сможем ограничиться только этим. Чем больше мы знакомились с жизнью этой маленькой церкви, тем больше становилось понятно, что чудо здесь явление сопутствующее. С самого начала было трудно представить, что из стандартного домика так быстро получится светлый и просторный храм. Батюшка даже устроился подрабатывать программистом в 2 места, чтобы появившуюся копеечку направить на благоустройство церкви. Сам штукатурил, проводку проводил, щебенку лопатой перекидывал. Такой силы было желание послужить Богу и ближним. Колодец у храма тоже ради этого решил вырыть. Я начал освещать это место, там как бы по традиции первую копку лопаты делает священник. Здесь вот серпуховчане, тулики стоят, а было это в память, по-моему, на Трады Утешения как раз. И я делаю первую копку лопаты, лопата у меня прям раз и ломается пополам.
Ну и люди такие, да, говорит, батюшка, говорит, вода у вас тут будет, если и будет, говорит, наверное, здесь не будет. И когда мы его выкопали, у нас вода пошла уже на третьем кольце, вот первая вода пошла, мы углубили до 5 колец, воды сейчас очень много. И когда вот выкопали, почистили его, вода вот, действительно чудо, вот еще очередное чудо от Богородицы являет. Вот вода сладкая, то есть люди уже берут, то есть почему мы в честь отрады утешения решили колодец-то осветить? Потому что вода была всем в отрады и в утешение. Вода чистейшая, сладкая. Вот. Сейчас я кружечки принесу, можно будет попробовать. Там три огромных, как вот стоит трость, три ключа с разных сторон. От дороги ключ, с горы и вот сбоку. Прям три потока мощных, прям сразу сливается воедино. Но это, говорю, место святое. К слову сказать, стандартная глубина колодца у Дугничей 12-15 колец, а тут 5. И мощность потоков такова, что кольцо наполняется за 25 минут, а это 1070 литров воды. Вот мы колодец выкопали, нам тут же машинное масло налили туда. Прям вылили машинное масло в воду. Я 3 недели спускался туда, чистил, вымывал с ферри, там все это вычищал, выкачивал колодец, прокачивал. Люди добрые такие вот. Без комментариев. Это уже позади. А впереди установка над кладезной часовни, которую по проекту отца Андрея сейчас доделывают на Дугнинском механическом заводе, старейшем предприятии на территории России. Том самом, который некогда был демидовским, чугунолитейным. Как справедливо заметил наш оператор, флаги не меняются, название меняется. А кроме флага, сложилось ощущение, что, возможно, и домны в наследство от Демидовых достались. Впрочем, есть важное отличие. Старые хозяева разрухи не допускали. При них ныне практически разрушенный Петропавловский храм был навехонек, целехонек и прекрасно расписан. Храм практически не сохранил свои фрески. И вот то малую часть, что мы видим, иллюстрирует события жизни Спасителя, его жизненный путь, его крестные страдания. Ну, храм как бы внешне сохранил свои формы, но требует огромных вложений для восстановления и реставрации. Часовня изготовлена для святого колодца, честь иконы Божией Матери, отрады и утешения. Сейчас она пока находится вот в стадии доработки. Здесь еще будет купол резной, колокольчик под куполом. Вот эти вот архангелы, как бы будут символ охранять эту вот часовню от поругательств, постижений. И вот воду, которую будут люди черпать из этой вот, из этого колодца, чтобы она была всем в отрады и в утешении. На месте этой решетки будет находиться икона Божьей Матери, красивая, в честь отрады и утешения, в честь чего хотим осветить колодец. И икона будет такая поворотная, здесь будут ступенечки сзади, чтобы во время молебна, когда люди молятся, икона смотрела на нас, а потом она разворачивается, и люди могли к ней приложиться. Вот такой вот мы проект задумали к этому колодцу. Когда отец Андрей принес свой заказ на завод, его фантазером назвали. Говорят, что он первый дофантазировал до того, что можно с архангелами колодец заказать. На что батюшка про себя подумал. Так вы еще не знаете, у меня же еще будет лавочка. На ней Амвросий Оптинский будет сидеть с щеточками. К нему можно будет присесть, помолиться рядом с ним.
Сегодня мы хотим рассказать еще об одной дате. 1 августа – день памяти преподобного Серафима Саровского. У нас в городе есть храм в честь этого святого. Отец Василий, вот вы являетесь настоятелем этого храма. Расскажите, вот как в вашей жизни появился этот храм и почему храм носит имя именно преподобного Серафима Саровского? Летом 2004 года владыка Климент поручил мне заниматься новым приходом на Теребце. С этого все и началось. Было найдено временное помещение для богослужений. Первые годы, пока храма еще не было, службы проходили на территории детского сада в пустовавшем тогда помещении хозблока. Потом построили храм, который осветили в 2010 году и начали служить уже там. Изначально владыка высказал пожелание, чтобы храм был посвящен памяти преподобного Серафима Саровского, потому что в Калуге до этого такого храма не было. Ведь преподобный Серафим относительно недавно канонизированный святой, обретение его мощей и прославление в лике святых совершилось в 1903 году. То есть буквально до революции всего несколько лет отделяет это. Да, поэтому и храмов, посвященных ему, тогда просто не успели построить. Кстати, прославление преподобного Серафима прошло при активном участии, я бы даже сказал, при настоятельном участии последнего императора Николая II. И с этим моментом связана одна интересная история из семьи страстотерпцев. Так, какая же эта история? Дело в том, что в семье последнего всероссийского императора долго не рождался наследник. Уже родилось четыре великих княжны, а мальчика все не было. Так вот, по свидетельству графа Витте, супружеская императорская чета верила в то, что святой старец Серафим даст им наследника престола. И чудо это именно и произошло. Да. Через год после саровских торжеств по прославлению старца Серафима и открытию его чудотворных мощей, то есть в 1904 году, родился наследник престола цесаревич Алексей. Вот это по силе преподобного. Именно об этом мы говорим, роль личности в истории. Да. А казалось бы, управляет империей не монарх, а незаметный старичок, пустынник в далекой лесной глуши. Сила молитв преподобного, действие благодати Божией при открытии мощи были настолько сильным, что по воспоминаниям очевидцев вокруг хрустели кости, столько больных тут же получали исцеление. Вот такой удивительный наш русский святой преподобный Серафим. О том, как проходило вечернее богослужение в храме накануне Дня памяти преподобного Серафима Саровского, наш следующий материал. Преподобный Серафим Саровский жил в начале 19 века. Тогда человечество уже знало много достижений техники. Его родители были состоятельными, но Серафим пошел трудной дорогой монаха. Его знаменитый подвиг – тысяча дней и ночей в молитве, проведенные на камне. За советом к мудрому человеку приходили люди разных сословий, и все получали ответ. И главный, как бы, мотив жизни, он сказал, «стиши дух мирен». То есть, чтобы в душе у нас был мир, в душе у нас было согласие. Потому что из души происходит много того, что разрушает нашу и физическую природу, и духовную природу. Раньше в Калуге не было храмов в честь преподобного Серафима Саровского. Первый и пока единственный появился на Теребце ровно 3 года назад. В свой маленький юбилей церковь встречает высоких гостей и множество верующих. Накануне Дня памяти святого здесь проходит всеночное бдение, особая служба под праздник. Среди духовенства на службе протоиерей Василий Петров, настоятель храма, который всегда с улыбкой встречает прихожан и дает духовные советы. Причем легко может делать это как на русском языке, так и на греческом, которым владеет в совершенстве. Нахун е, кехара, кефрусини. Ну, желаю, чтобы все мы имели бы радость и благодать от Господа. Дело в том, что у нас все источники, греческие источники церковные, это и Евангелие, весь Новый Завет был написан в оригинале по-гречески, и святые отцы, история церкви писалась по-гречески. То есть, если мы говорим о изучении именно церковных наук, богословия, то без греческого здесь никак не обойтись. Белокаменный храм в тихом районе на окраине города живет активной жизнью, потому рядом с ним вскоре появится новая церковь, более нарядная и вместительная. Древний дворянский род Осоргиных связан с Калужским краем не только по хроникальным летописям. Многие живые истории, связанные с именем рода Осоргиных, живы сегодня.
Недавно наш город посетили потомки Осоргиных, которые ныне живут в Париже, но с детства считают себя русскими, потому что воспитывались в духе русской православной культуры. Нашу программу продолжает рубрика «Исторические прогулки». Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня в гостях у нас Александра Михайловна Осоргина. Здравствуйте, Александра Михайловна. Александра Михайловна – потомок старинного дворянского рода Осоргиных, которые до революции жили недалеко от Калуги в имении Сергиевское. И в последнее время Александра Михайловна стала частым гостем нашей страны. Она часто бывает в Москве и вот здесь, где когда-то жили ее предки. Вот об этом, о роде Осоргиных, об их связи с Калужской землей и об их жизни в Париже мы сегодня с вами и поговорим. Итак, Александра Михайловна, вот ваши предки эмигрировали в каком году из они России? Они уехали достаточно поздно, вот в 1931 году. Да. Когда уже фактически... Когда уже никого не выпускали. Дело в том, что просто мой прадед, который здесь был последним как раз хозяином вот Сергиевского, он ждал возвращения моего деда с лагеря. Из Соловков. Да. Ну, его расстреляли. Георгий Михайлович. Неожиданно расстреляли. И тогда вот прадед решил, что надо всех увозить. Ну, были такие тяжелые времена, сами понимаете. И еще тоже Георгий Михайлович перед расстрелом, хотя он знал, вот когда, что его будет расстреливать, он жене ничего не сказал. Единственное, он ей поручил. Если со мной что-то случится, я тебя очень прошу, чтобы наши дети никогда не стали комсомольцем. Вози их отсюда. То есть было вот такое вот поручение, скажем. И, значит, прадед всех вывез в 1931 году. И они все, значит, обосновались во Франции, в поместье под Парижем, в Кламаре. И он стал вот священником уже в эмиграции. Вот митрополит Евлогий, вот его рукоположил. И там была построена тоже и домовая церковь в 1924 году. Первая, кстати, церковь построена в эмиграции. И, насколько я знаю, в этой церкви служил ваш отец. Отец это уже последние годы. Там и служили замечательные вообще священники. Среди них был отец Киприан Керн. Очень известный богослов, который даже меня крестил еще. Вот я его застала, скажем, вот так вот. Ну, я его не помню, честно, потому что она была маленькой, когда он уже скончался. Я знаю, что ваш отец был достаточно известным священником православной церкви, да, что у него было очень много духовных чад, в том очень числе. Очень много, да. И вот из наших русских людей, которые жили в Москве. Да, представьте себе, еще очень многие еще до сих пор вот и звонят, и приезжают. Еще на прошлой неделе вот мне раздался звонок в Москве. Мы сейчас едем во Францию, дайте мне адрес вот кладбища, хотим поклониться. То есть сейчас постоянно едут и кланяются, и пишут нам. Вот, в общем-то, мы подозревали, что их очень много, но не так но уж не много. Так много. Вот, да. Я знаю, что вот член вашей семьи, вот ваш дед, да, они были у основания Сергиевского богословского института. Так, это значит старший сын моего прадеда. Ваш прадед.
Михаил Михайлович младший, так его все называли. Он был вообще очень одаренный человек. Он родился в Сергиевском. А потом уже из Германии эмигрировал в Париж. И там вот Евлогий его попросил найти, подобрать вот такое какое-нибудь поместье, чтобы создать второй... Митрополит Евлогий – это представитель... Это был, который экзарх вот зарубежной русской церкви. Церкви, когда вот, в общем-то, вот после революции, вот, да. И его попросили найти поместье, чтобы обосновать такой второй приход, потому что собор Александра Невского уже не вмещал всех эмигрантов. И вот в 1925 году он нашел бывшую какую территорию. Это была немецкая кирша, которая уже больше никому не служила. И он выкупил вот эту территорию. И в том же году открыли Богословский институт, где вот Михаил Михайлович преподавал устав. Ну, он вообще был очень маститый, известный профессор по этому предмету, в общем-то. И там еще вот и преподавали известные люди. Отец Киприян Керн, богослов, Зинковский, отец Сергей Булгаков. Поэтому, в общем-то, там люди были такие достаточно интересные. Много-много вот потом людей вот из эмиграции прошли через этот Богословский институт, стали священниками. То есть это была кузница кадров, если так можно сказать. Да, и получили очень хорошее вот такое традиционное духовное православное обучение. И кроме того, в это время в Советской России богословием заниматься было опасно для жизни. Вообще невозможно. Да, невозможно. И поэтому вот богословие развивалось вот в этом Сергиевском институте. Да. И вот ваш предок. Именно так, да. Вот они занимались вот этим духовным просвещением. Вот один из учеников Михаила Михайловича, который стал потом дальнейшим епископом, архиепископом, отец Александр Семенов Ченшанский, такой известный у нас был епископ, он писал, что вот он очень много повлиял на вот это духовное просвещение вот Михаила Михайловича Соргина. Видите, значит, вот, значит, если так смотреть, они продолжили деятельность своих родителей, которые, в общем-то, этим занимались тут. В Калужской вот области, вот в Сергиевском. В Сергиевском, да. Но если глубже посмотреть, то они продолжили традиции Иулянии Лазаревской. Которая является нашей вот, родоначальницей. Да, родоначальницей и, в общем-то, нашей вот семейной такой вот праведной покровительницей вашей семьи, несомненно. Да, несомненно. А вот скажите, пожалуйста, вот вы прекрасно говорите по-русски, да? Может быть, даже лучше, более правильно, чем многие из наших соотечественников. Нет. А вот как вам удалось сохранить, живя и родившись в Париже, такой хороший русский язык, такое знание русской культуры глубокое? Это вообще очень-очень-очень хороший вопрос, потому что я часто об этом задумывалась, и теперь только вот уже в таком зрелом возрасте я поняла, что наши родители нам дали такое же воспитание, которое они получили тогда в Сергиевском, то есть их предки. То есть, когда я перечитываю воспоминания, я понимаю, что я получила то же самое воспитание. То есть церковь, культура семейная, такая любовь, большая община семейная, да. И вот это все происходило в Кламаре. Вот я вот могу рассказать, что до 7 лет, например, я не ощущала, что я вот так живу во Франции. Потому что, во-первых, я не ходила в школу. И мы жили вот все вот в таком закрытом таком круге, бы скажем, вот одни родственники, все вот, и православная церковь рядом, службы, общение по-русски, сказки нам читали по-русски. Кстати, могу вам рассказать анекдот. Тогда уже в 60-х годах уже была у нас восстановлена связь с родственниками, которые остались в Советском Союзе со стороны бабушки, она урожденная Голицына. И нам присылали книжки детские, которые печатались тогда в советское время. А бабушка очень тщательно, она была цензурой, вот, в общем-то, вот, скажем так вот. Она их проверяла. Все красные галстуки пионерские зарисовывала синим цветом обязательно, чтобы красного цвета не было. И все вот такие вот советские всякие вот упоминания вот этих сказках были всегда заклеены бумажками. Пионер, Сталин, Ленин, там, коммунист.
А мы очень любопытные дети, естественно. Мы отклеивали, мы хотели понять, что за этими бумажками. Мы их отклеивали, но мы не понимали даже эти слова. Мы их не знали просто. Вот это показывает, о чем как ну, вот нас держали далеко от этой реальной вот, действительности, от Советского от Союза. Вот старались предохранить вот этот дух, да, вот традиционный русский дух. Да. Но я думаю, что это удалось. Я думаю, что удалось, да, конечно. И вот с возраста мне очень захотелось приехать в эту страну, где все говорят по-русски. Потому что я просто это вспоминаю, что вот мы ну, живем, да, вот все по-русски, все. А где эта страна? Мы все о ней слышим. А отец меня не пускал. Ну, он говорит, будешь совершеннолетняя, тогда подумаем. Ну вот я стала совершеннолетней, заработала свои первые деньги, купила себе билет на Москву на поезде. И тетушка мне сделала вызов. Но это все это не так быстро, это было все очень... Вам было лет 18, да? Мне было вот уже после 18 лет, да, я поехала. И шок, конечно, был огромный. И одновременно вот такой восторг и грусть одновременно, что вот очень много разоренных храмов, люди неверующие вокруг, да, вот это... Вы увидели этих пионеров, комсомольцев, которых заклеивали, да? И все мои родственники были вроде бы и близкие, и а духом были уже не совсем близкие, понимаете, уже другое воспитание. Ну, с годами все мы как-то вот это все это стерлось, сблизились, и еще вот сейчас перемены последние, вот, конечно, все это много чего изменило. И я это вспоминаю с большими эмоциями всегда и до сих пор. Вот, вот мой первый приезд, и я потом сразу вообще стала без остановки ездить по 2-3 раза в год. То есть вот притяжение. Да, возникло, да, было такое. Очень сильное притяжение, да, очень-очень-очень сильное. Вот эти да. вот корни? Несмотря на трудности, потому что все было тяжело, и получить визу, разрешение, проехать все эти границы, таможня, которая шмонала, вызовы в КГБ, АВИР, там, в общем-то, все время нас проверяли. Это было, конечно, достаточно... Неприятно. Неприятно. И, ну, я думаю, только вот молодой, вот молодая, как я была, могла это терпеть ради вот какого-то идеала. Может быть, я была бы постарше, я бы плюнула и отвернулась бы. Не знаю. Вот видите, я вот не знаю, как на это смотреть. Но восторг был большой. Вот. Да я знаю, что у вас 7 детей. 5 теперь, к сожалению, было да. 7 Двое детей уже не в жизни, да. 5 Да, у меня детей. 5 детей, они все по-русски говорят. Ездили мы в Россию, даже жили год в Москве. Они часто сюда приезжают. Еще на прошлой неделе была младшая дочка. Им нравится. Вот даже один из моих сыновей вообще хочет сюда приехать. Жениться даже на русской православной. Поэтому, видите, вот корни все-таки, то, что я потом старалась сеять, на чужбине, потому что это очень непросто, на самом деле, находясь во Франции, передать вот русское воспитание. Они долго не понимали, почему мы дома только по-русски говорим, зачем, раз мы живем во Франции. Вот это все очень, понимаете, это... Ну, я им объясняла, вот когда-нибудь вы это поймете, почувствуете. Они начинают это чувствовать, это самое главное. Вот любопытно, вот вы человек, который... родился за рубежом, в Париже, да. Большую часть жизни прожил в Париже. Вот скажите, пожалуйста, что вас пугает в современной России и что радует? Ой, меня в основном очень много все радует в России. Меня пугает, если честно, меня пугает, конечно, взяточность, вот, которая в России до сих пор существует. Во Франции такого нет. Ой, это немыслимо. Она не на таком уровне. Тут она на каждом уровне, вы понимаете? И это очень трудно. Мы очень доверчивые люди. То есть он, мы выросли на других каких-то вот нравах вот в этом плане, да. Это очень тяжело. Немножко пугает, конечно. Вот. А так вот, в принципе, мне все нравится. Хотелось бы, чтобы Россия стала очень большой державой. Я очень огорчаюсь, когда ее критикуют за границей. Я всегда ступаюсь за нее. Так вот, прямо... А радует, наверное, возрождение, очень, духовность? Очень да? радует, очень радует. Это вот, вот то, что меня больше всего огорчило, когда я приехала тогда, в 1974 году, вот меня возили, показывали вот, разоренные храмы, все битые. Это меня очень огорчило. Я вот не представляла, что это до такой действительности, да. А сейчас, что все это возрождается с таким подъемом.
столько хороших людей ей помогают, спонсоров. Вот это все-таки вот радует. И, наверное, нужно должно пройти какое-то время, вот, чтобы выросли какие-то новые люди, воспитанные новых этих ценностях. Я очень надеюсь. Я надеюсь, и тогда и верю, начнутся что изменения какие-то, да, и в жизни уже, да, какие-то в реальной такой жизни. Ну, мне кажется, молодое поколение уже более здраво смотрит на жизнь. Вот, и можно надеяться, что вот все-таки они построят вот хорошую Россию правильно, без всех этих проблем. Хотите возродить Сергиевское? Очень хотим. И мы здесь вот поэтому сюда и приезжаем уже 4 года с братом. У меня родной брат живет в Москве сейчас тоже, работает там уже несколько лет, уже 8 лет живет. Мы сюда часто приезжаем, и мы хотим возродить вот это место, потому что, во-первых, в память нашего деда и прадеда и прабабушки, которые занимались вот этим просвещением, в память наших тети и дяди, вот потому что кроме Михаила Михайловича младшего еще была Антонина Михайловна, которая вообще в Париже обосновала русскую приходскую школу, очень известную школу, о которой я уже говорила. Все русские дети из русской эмиграции ходили в эту русскую школу, как ее все называли, школа тети Тони. Все ее звали тетя Тоня. Ну, уже потом, в конце жизни, в 71 году, она уже ушла в монастырь. У нас есть русский православный монастырь в Бургундии, женский, Покрова Богородицы. В Бюсси? В Бюсси, да. Вот. И она там уже вот покоилась и спасалась в последние годы. И она скончалась в 85-м году. Там. А не в этом ли монастыре умер Шмелев, Сергеевич? Да. Там вообще в этом месте собирались писатели, и Сологуб, Бунин, все они там Зайцев собирались. Был, да? Да. Там был такой очень такой маленький вот такой уголочек. До сих пор он, кстати, русский уголочек. Там очень много русских семей. Вот приобрели дачки вокруг этого монастыря, и мы все там отдыхаем и ведем вот такую вот традиционную русскую православную жизнь. Антонина Михайловна, по-моему, даже книги какие-то писала, да? Она писала про Пушкина, вот Пушкина, его творчество. Она создала грамматику для вот наших детей, вот, которые ходили в школу. Ну и в Сергиевском вы хотите что-то подобное создать? Мы хотим создать вот духовно-культурный центр исторического и историческое такое просвещение. Вот. Ну, чтобы туда приезжали, были бы съезды, были бы лагеря, были бы пребывание вот русских православных семей, и все в одном направлении, в таком духовном, культурном или историческом просвещении. Нас же просили участвовать в каком-то развитии. Владимир Владимирович Путин просил. Да, вот Владимир Владимирович Путин призывал нас, иммигрантов, сыграть какую-то роль. Вот и мы... Как носители вот той традиционной русской культуры. Именно так. Дореволюционной. И вот мы именно и приезжаем, вот и приехали, и хотим вот этим заняться. И мы просим и готовы сотрудничать со всеми, с Калужской области, с епархией Калужской, естественно, самое главное, конечно, то есть с международными организациями. Создать какой-то фонд, да, чтобы это... Мы хотим создать фонд. И тогда, возможно, вот когда будут какие-то документы, это будет каким-то образом документально оформлено, то есть можно будет иммигрантам жертвовать деньги на это, да, то есть конечно, какие-то фонды привлекать, которые за границей готовы помогать. И за границей, и в России и у меня есть знакомые, которые готовы помогать, в общем-то. Когда увидят реальное... Реально вот этот проект, там, да. Он уже вот есть в каком-то виде, в таком первоначальном, да. И мы вот очень надеемся. Вот сейчас мы восстанавливаем тоже приход в Сергиевском, он уже зарегистрирован. Идут службы уже 4 года, вот как у нас службы идут, мы там проводим чтения сергиевские, вот благодаря вот краеведам, вот Людмиле Павловне Паутовой,
и Галина Васильевна Анохина. И вот они устраивают эти сербские чтения, которые имеют очень большой успех. Вот там вот в Ферзиковском районе вот приезжает очень много людей, принимают участие дети, пишут, выступают. Понимаете, это вот действительно настоящее просвещение. Вот это вот они участвуют в этом, да, вот. И мы хотим это как-то продвинуть еще больше, потому что особенно в этом районе как-то вот не хватает вот этого всего. Можно тоже вот в этом центре устроить паломнический центр, вот, чтобы вот заниматься тоже туризмом в Калужской области. Вот, в том числе и из, иммигранты из Франции, да, тоже могут приезжать? Конечно, это вот самое, вот, очень много желающих. Все время ездить в России. У некоторых нет больше уже корней, некому приехать. А вот так приехать и пожить где-нибудь, вот это вот очень много желающих. Поэтому я думаю, Божьей помощью мы все-таки вот будем еще вот работать над этим. И надеюсь, что нас услышат и пойдут к нам навстречу. Вот. Ну, а я думаю, что с возрождением вот таких мест, как Сергиевское, возможно, и начнется возрождение России, русской духовности, русской культуры. Дай Бог. Дай Бог, да. Всего доброго, спасибо большое. Да, спасибо. Русская история, культура, православная вера – все это формирует в нас чувство Родины. Летом 1882 года было написано известное стихотворение в прозе Ивана Сергеевича Тургенева «Русский язык». «В одни сомнений, в одни тягостных раздумьях о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора. О, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Прошло столько времени, а эти слова звучат очень современно». Еще тогда, в период расцвета русской литературы, Иван Тургенев призывал к защите русского языка. Что же говорить о дне сегодняшнем? Тургенев писал: «Просьба моя состоит в следующем. Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык. Этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками. Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием в руках умелых. Оно в состоянии совершать чудеса». Сегодня мы говорили о чудесах. Вот еще одно проявление чуда. Только мы к нему становимся все более равнодушны. О том, что читать сегодня, чтобы не оскудела душа, сразу две рубрики «Книгачей» и «Любимые строки». День добрый. Первая книга в нашем нынешнем обзоре достаточно серьезная. Называется она «Кто мы? Русские, украинцы, белорусы». Выпущена в 2011 году издательством Московской Патриархии. Написал ее профессор Российского православного университета Виктор Тростников. Каждая глава этой книги – одно столетие русской истории от X века до XXI. Книга небольшая, поэтому в каждом периоде профессор Тростников выделяет самое главное, основное. Поэтому книгу ни в коем случае нельзя рассматривать как учебник истории. Скорее, это размышление о философском и духовном смысле пути, пройденного русским, белорусским и украинским народами, образовывающими один суперэтнос. Причем автор именно исходит из того, что это не три отдельных, независимых друг от друга народа, разошедшихся из единого корня, а именно один сверхнарод, представленный в трех, если можно так сказать, ипостасях. Но для того, чтобы понять происходящее в России, автор объясняет в целом суть процессов, происходящих и в Европе, и в Азии, от которых наше государство неотделимо. Все это описывается очень точным, ясным языком, благодаря чему читатель может составить представление о весьма сложных явлениях.
Я порекомендовал бы эту книгу тем, кто знаком и оценил исторические труды Трубецкого и Тихомирова. Эта книга, конечно, не так академична, как работы Шахматова или Гумилева, но если для вас главное понять философский и духовный смысл отечественной истории, то я также настоятельно рекомендую вам эту работу. Напомню, книга называется «Кто мы? Русские, белорусы, украинцы». Автор зовут Виктор Николаевич Тростников, вышла в свет она в издательстве Московской патриархии. А вторая книга у нас сегодня предназначена для детей. Называется она «О чем расскажут старые картины? Сказки о художниках». Вышла книга в издательстве «Белый город», год, к сожалению, не указан. Книга является сборником сказочных рассказов о русских художниках – Венецианове, Кипренском, Перове, Серове, Сурикове и многих других. Помните ли вы киносказки 60-х годов? Там часто использовался один прием. В современный город попадал сказочный персонаж, например, волшебник. Авторы сказок этого сборника поступают с точностью до наоборот. Они реальных художников превращают в сказочных персонажей. Прием довольно интересный. Он позволяет в короткой истории выявить главное в творчестве, довольно сложном подчас, и самое яркое в характере героя. При том, что получается весьма занимательно и эффектно, в крайнем случае, иногда, у меня все же этот метод вызвал некоторые сомнения. Ну, например, я сомневаюсь, что детям надо рассказывать о том, что Василий Перов, автор знаменитой «Тройки» и «Охотников на привале», якобы был найден в продуктовой посылке среди капусты и огурцов. Впрочем, может быть, как раз дети-то и смогут отделить сказку от реальности. В любом случае, на страницах этой книги они найдут замечательные иллюстрации и смогут составить представление о том, что такое классическая русская живопись. Позже, когда они встретят имена русских художников на страницах более серьезных книг, эти имена уже не будут для них чужими и незнакомыми. Книга, напомню, называется «О чем расскажут старые картины». Все книги для нашей программы предоставлены издательским советом Русской Православной Церкви. В России всегда было много прекрасных поэтов. Живы они и сейчас. Вот есть такой поэт в Мурманске, просто продолжатель Рубцова. Это Николай Колычев. Но поэт всегда отражение своего времени. И если у Рубцова все стихи исполнены светом и каких-то отчаянных на разрыв аорты стихов почти нет, то изменилось время. Жестче, серьезней стало время, народ ожесточился, и у Колычева есть стихи, которые просто пробивают до слез. Ах, полярная ночь, то ли царство бессонное, тихий свет полыньи, называемый всеми луной, васильковые россыпи звезд, небеса черноземные, и земля, как пречистое небо, светла подо мной. Ничего никому не хочу объяснять и доказывать. Надо только, забыв о былом, в небеса посмотреть, и прозреет душа, и поймет непонятное разуму, отчего небеса называются в Библии твердь. Отец Василий, я знаю, что вот Пушкин писал, что греческий язык открыл для русского всю сокровищницу гармонии, дал ему основы грамматики, величественные обороты речи, гибкость, правильность форм. А вот сейчас эти языки вот точно так же похожи? Когда русский человек начинает учить греческий язык, то с удивлением обнаруживает, что прикасается к своему как бы праязыку. Вы хотите сказать, что греческий язык древнее русского? Не только древнее. Греческий, может быть, в большей степени, нежели русский, сохранил общие индоевропейские корни. Так, например, такие слова, как «папа», «мама», «ночь» и целый ряд общеупотребительных слов звучат на наших языках практически одинаково. Но дело не только в этом.
Так, а в чем же дело? Огромный лексический пласт русского языка целиком заимствован из греческого. Ну, это просто тысячи слов. Я уж не говорю о самом алфавите. Это еще одно, кстати, преимущество изучения греческого. Русскому человеку, а особенно церковному, который знает славянский алфавит, учить греческий алфавит почти не нужно. Все буквы ему знакомы. Вот, кстати, я вспоминаю, что в школе мы использовали греческие буквы для обозначения различных величин. Да, альфа, бета, гамма, дельта, пи, ро, сигма, омега. Все эти, действительно, буквы нам знакомы еще со школьной скамьи. Еще один великий ученый Михаил Васильевич Ломоносов говорил, что русскому языку присущи величие испанского, живость французского, крепость немецкого и нежность итальянского. Поэтому нужно беречь то чудо, которым мы владеем. Ведь все начиналось со слова, потому что словом – логосом. В Евангелии назван сам Бог. К этому уже нечего добавить. Наша программа завершена. Всего хорошего. До свидания.